оливье, селедка под шубой, заливное, бутерброды с икрой. Это далеко не полный список традиционных блюд, которые готовят хозяйки для семейного застолья в новогоднюю ночь. Чем в этом году хотят саровчане удивить своих близких? Может быть, приготовить что-то экзотическое? Скажите, пожалуйста, какое будет главное блюдо на вашем новогоднем столе? Говядину в апельсинах. Ну, я уже купила утку. А что с ней будете делать? Ну, я сначала ее мариную, а потом с капустой тушу с рисом и туда еще фарширую и запекаю в духовке. Ну, я в гостях буду. Какое приготовлю? Оливье, наверное. Ой, даже и не думала. Не знаю. А что обычно готовите? Салат оливье, мясо. Ну, когда рыбку делаю. В основном так. Вы знаете, к сожалению, ничего не потому, что я работаю. Новогоднюю ночь. Вау, может... Да, что у вас с мамой, может быть, будет? Ну, расскажи. Расскажи, что ты приготовишь. Ну, может... Салат какой-нибудь ну, или да, горячий? Ну да, салат. Салат какой? Да. Вот, там, селедка под шубой. Курица. А поделитесь рецептом. Ну, это свои рецепты. Я здесь старенький человек, я живу с дочкой, не знаю, что будет. А что вы раньше готовили? Ой, раньше, ну, раньше это было когда, это когда было салат, винегрет, в общем, ну, так вот, все нормально было. Оливье? И какой-то особенный рецепт или классический? Классический. Филе куриное хочу и лосось. Мне подруга готовит. Очень вкусно. С картошки, да, вкусно. Запеченная, между прочим. И чем-то фарширует еще рыбка. А еще скумбрия. Это, вместо селедки, селедка под шубой, скумбрию туда добавляешь.